Всем привет, меня зовут Андрей. Так получилось, что у меня были очень длительные отношения с девушкой. Мы жили почти 9 лет вместе. Ну и потом они, как обычно, неожиданно распались. Соответственно, встал вопрос, что делать дальше, куда двигаться, надо строить новые отношения. И я понял, поскольку верность для меня базовая ценность, и за все это время я практически не общался с другими женщинами, не воспринимал их как девушек, то я понятия не имею, что с ними делать, где искать, о чем разговаривать, как вообще вести себя рядом. Ну и хочешь чему-то научиться, найди того, кто умеет это делать. То есть найди себе наставника. Ну, соответственно, я стал искать информацию, много читал, много смотрел видео и наткнулся на канал Владимира Шамшурина в интернете. Посмотрел, как он это делает, и нет, это не для меня. Вот так я никогда не смогу, были мои первые мысли. Но одна идея меня просто зацепила, что вообще пикап – это не о девушках, это о саморазвитии. То есть комплексном, целостном, всестороннем саморазвитии. Я чертовски согласен с этой идеей. Соответственно, стал смотреть, изучать советы дальше. Вот. И в итоге понял, что, ну, чтобы развиваться, надо преодолевать свои страхи. Необходимо выходить из зоны комфорта, как-то двигаться вперед. Вот. Поэтому все-таки набрался решимости и прошел с Владимиром уикенд совместный. И что могу сказать? Да, это непросто, но Владимир сделает все, чтобы ты дошел до конца. Он возьмет тебя за ручку, доведет до результата, и он реально вложится в это. Это очень круто. Мне очень понравилось это отношение. Соответственно, результат не заставил себя долго ждать. Он реально будет крутой, стоит только работать над этим, выложиться. Поэтому всем могу рекомендовать Владимира как опытного тренера. Все задания, все упражнения, все основано на опыте, все проверено и все работает. Соответственно, всем рекомендую. Двигайтесь вперед, развивайтесь. Ведь в конечном итоге все это нужно, чтобы не упустить ту самую одну единственную. Все, всем удачи, пока.